Мы отследили крупные инвестиции в проект на Балканах под кодовым названием «Черная Акула». Он имеет прямое отношение к небоскребу, с которым вы уже имели дело. Не хочется опять гоняться за Обероном все 20 этажей, поэтому взорвите эту высотку прямо сейчас. Осмотрим на его лицо, когда куча денег превратится в пыль. Все просто. Нейтрализуйте цели и доберитесь до лифта. Вперед! Вражеский снайпер убит. Можно идти. Система защиты действует только в вестибюле. Дальше плотного сопротивления не ожидается. Ваша задача — установить заряды на опоры, подняться на крышу и покинуть здание. Если все сделать быстро, проблем не будет. Начинайте ставить заряды со следующего этажа. Готов, пошли. Спасибо, дружище. Еще бы чуть-чуть. Спасибо. Так намного лучше. Установите заряды. Осталось поставить еще несколько, и тогда эта чертова акула сложится как карточный домик. Мы до сих пор не знаем, почему Оберон решил построить небоскреб в этой глуши. Пригодится любая информация, в том числе с ноутбуков и терминалов. этаже выше происходит что-то странное. Какие-то звуки. Черт, противник! Там наверняка есть что-то ценное. Хорошо, теперь к лифту продолжайте установку зарядов, а мы пока займемся расшифровкой файлов. Похоже, Оберон понятия не имеет, как управлять этими тварями. Помните прошлую операцию? Ученые Блэквуд напортачились сигналом. В итоге так называемые суперсолдаты превратились в чудовищ и уничтожили базу, а потом и окрестные деревни. С тех пор ничего не изменилось. Оставайтесь в центре, бойцы. В темноту лучше не соваться. Внимание! Нам удалось расшифровать файлы. Черная акула — это не небоскреб, а гигантский передатчик. Он может транслировать четкий сигнал на тысячи километров. Если Блэквуд закончит работу, мы будем сражаться с этими тварями по всей Европе. Я просто мечтаю увидеть, как это здание развалится на части. Вам нужно зачистить еще один этаж. Отлично. А теперь к лифту. Времени мало. Блэквуд уже знают о нашей атаке. Они выслали подкрепление. Рассредоточьтесь и найдите РПГ. Ставьте заряды. Новая информация. На одном из этажей находятся камеры для заключенных. И недавно туда кого-то доставили. Придется задержаться. Быть не может. Это команда Ледяного Пика. Они пропали около года назад. Нужно вытащить их отсюда. Наверняка им есть что нам рассказать. Мне нужны патроны! Шаг! Я остался без патронов! Отсюда открыть двери не выйдет. Где-то должен быть генератор, снабжающий их энергией. Придется зачистить пару этажей и отключить его. Ваша главная цель — резервный генератор. Отключите его, тогда мы сможем вытащить наших ребят. Стрелок убит! Пошли! Эвакуацию. Как слышно? Слышу вас хорошо. С возвращением, бойцы. Поднимайтесь на крышу и ждите штурмовую команду. Вас понял. Будем ждать на крыше. Заминируйте последний этаж и поднимайтесь на крышу к остальным. Множество целей на крыше. Мы долго здесь не продержимся. Черт, пилот, забирай их. До нашей команды отправим другую вертушку. Идем дальше. Времени мало, минируйте опоры. Стрелок нейтрализован. Вперед! Отступаем! Нас попали! Повторяю, в нас! Нет времени! Конкер Блэквуд! Космический шаттл! Они... Мы потеряли. Система ПВО снова включилась. Вертушка не пробьется сквозь их защиту. Вам нужно отключить систему наведения ракет. Включите ее и бегом на крышу. Мы потеряли много времени. Вот-вот случится взрыв. Сейчас будет.